Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос о назначении даты, времени и места проведения тестирования по гагаузскому языку для претендентов, кандидаты на должность башка на Гагаузии Евгении Гуцул. Проведение тестирования на предмет определения свободного владения гагаузским языком. Госпожа Евгения Гуцул, претендентов на должность главы башка на Гагаузии, назначенных на 30 апреля 2023 года, будет проходить в следующем порядке. Дата проведения – 31 марта 2023 года. Время проведения – 15:00 часов. Место проведения – здание Центральной избирательной комиссии Гагаузии по адресу муниципи Камрад, улица Третьякова, 13, цокольный этаж. Период выдвижения и регистрации кандидатов заканчивается 31 марта. За это время было зарегистрировано 6 кандидатов. У двоих претендентов на данном этапе проверяются подписные листы. С момента начала периода выдвижения и регистрации кандидатов в Центральной избирательной комиссии 8 претендентов кандидаты на пост башка на Гагаузии подали документы о их регистрации. Было зарегистрировано 6 кандидатов на пост главы башка на Гагаузии, а двое еще остаются претендентами. Это Гуцул Евгения и Чемпаеш Сергей. На выборах в Народное собрание Гагаузии по избирательному округу номер 9 и по избирательному округу номер 17, соответственно, было зарегистрировано по 2 кандидата. За период выдвижения регистрации кандидатов в ЦИК были поданы 2 жалобы. На данный момент были поданы жалобы в Центральную избирательную комиссию об использовании кандидатом башка на Гагаузии господином Узуном Григорием, символа партии социалистов. Центральная избирательная комиссия приняла к рассмотрению данное заявление и отметила о том, что по компетенции необходимо обратиться в апелляционную палату Камрад, что и было сделано. Касательно жалобы было подано также от претендентов кандидаты господином Чемпаеш Сергеем. Выборы на пост башка на Гагаузии пройдут 30 апреля. Одновременно с этим пройдут выборы депутатов Народного собрания Гагаузии в 2 округах Гагаузии, в селе Чукмайдан и в городе Вулканеште. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Новости.